В Ярославле на выходные перекроют часть проспекта Толбухина. Ограничение дорожного движения произойдет из-за ремонта теплосетей. С 8 утра субботы до 8 вечера воскресенья по проспекту Толбухина перекроют территорию в районе дома 35. В направлении от Угличевской в сторону Свободы. Объезд организуют по встречной полосе проспекта Толбухина. Об этом сегодня сообщили в мэрии Ярославля.